Автопортрет был написан за 2 часа. Красивая лепка лица, знаменитые золотые кудри, антиноевы волосы, как выразился однажды Абрюловый Кипренский, мастерски написанные, каждая прядь одним закручивающимся движением жестковатой щетины кисти. Брюлов как-то посоветовал своему ученику, что волосы надо не зализывать кистью, а расчесывать. Стремительный открытый мазок особенно заметный в одежде. Откровенно демонстрируется состояние усталости, когда кисть упадает из рук. Брюлов действительно часто работал до изнеможения, пока не иссякал порыв вдохновения, после которого художник чувствовал себя опустошенным. Ярко освещенные веки контрастируют с как будто проваленными в тень глазами, в которых не поставлен мазочек блика, чем достигается впечатление потухшего взора. Полуоткрытый рот – почти физиологическая деталь в столь артистически импровизационном изображении. Болезненная бледность лица особенно заметна на пламенеющем фоне знаменитого, стоявшего в мастерской художника, обитого красной кожей, вольтеровского кресла, в котором некогда позировал Струговщиков. Прямая реминисценция эрмитажного автопортрета Ван Дейка, которому отсылает так же, как там, опущенная кисть красивой руки. В этой скрытой цитате приоткрывается элемент художественного лукавства. Как бы предупреждение, дабы зритель не обманулся, что он имеет здесь дело с миром художественной игры, изысканного сочинительства, а не с бьющей на жалость сентиментальной исповедью в оправдании отправиться по совету врачей поправлять здоровье в теплые края, как оно вскоре и произошло. Безвольно повисшая кисть руки, поза, выдающая усталое изнеможение, и в контрасте с этим состоянием совсем иное состояние живописной материи. Тот ветер, который в картинных композициях Брюлова делается зримым в жестах и движениях героев, в очерках развивающихся шалей и закручивающихся драпировок, здесь изображается самой живописной фактурой, проскваженной вихреобразной стремительностью подвижной кисти, оставляющий зримые следы на поверхности картона. Поскольку эти два противоположных состояния воспринимаются одновременно, комментируя друг друга сюжетом этой автопортретной исповеди, становится неисповедимость путей творческого вдохновения. Оно сторожит художника всегда, как ветер веет рядом, даже когда ему не вмоготу, и может призвать его, не спрашивая, в силах он или не в силах следовать его велениям. Собственно, отсюда ведет свое происхождение представление о творческом деянии, как о священной жертве. Пушкинское «пока не требует поэта, к священной жертве Аполлон». Художник жертвует своим слабодушным житейским «я», когда его призывает требовательный глаз вдохновения.